какова красота, да, ребятки? Выходить на балкон с таким прекрасным видом, брать чашечку кофе, вот так вот, опа, приземляться в кресло. Вот это я понимаю, вот это утро. Мы сейчас быстро позавтракаем, поедем купаться к морю. Сегодня будет такой необычный выпуск, но он очень сильно полезен будет тем, кто хочет продолжать путешествие с комфортом. Расскажу вам один очень такой серьезный лайфхак, как оставаться в теме путешествий без каких-то напрягов. Все, кто давно нас смотрит, знаете, что мы много путешествуем, и на самом деле сейчас все сложнее и сложнее путешествовать. И один критерий, конечно же, это деньги, что приходится постоянно какими-то обходами их добывать, особенно вот в тех странах, где наши карты не работают, и таких стран почти все. И на самом деле, когда ты путешествуешь много, постоянно, не просто приезжаешь в отель, да, там в пятерку, где все включено, очень важно, чтобы у тебя была карта, чтобы тебе постоянно не приходилось куда-то менять. Конечно, можно возить с собой наличку, и многие действительно так делают, но я считаю, что это очень неудобно. У тебя есть риск, либо ты потеряешь эти деньги, либо у тебя украдут эти деньги. Потому что, приезжая даже в отпуск на 10 дней или 15 дней, тебе так, ну, нехилую стопочку денег-то надо с собой таскать. И, наверное, кто-то из вас сейчас напишет, я уже предвижу эту информацию, эти вопросы. Подожди, подожди, а как же UnionPay? У нас есть UnionPay, и она там много где работает. И да, и нет. Она вроде много где работает, но по факту она мало где работает. Вот, например, даже если вы поедете в тот же Таиланд, у нас из последнего, да, где-то в магазинах можно, но, во-первых, курс вы сразу теряете, во-вторых, не везде, а в-третьих, ни один сервис вам не позволит забронировать жилье по карте UnionPay, которая выпущена у нас в российском банке. Соответственно, это целая проблема. Мы, конечно, показывали, как это все дело обходить, но можно проще, сейчас попозже расскажу. Даже элементарно вот эти все агрегаторы, которые у нас у всех на слуху, они вашу карту не пропустят. Да чего же далеко ходить? Вот Настенка, например, постоянно любит смотреть фильмы на Netflix. Это наша любимая платформа, ее безумно обожаем. Но подписку можно оплатить только картой иностранного банка. Здесь не поможет ни UnionPay, хотя там есть вставка UnionPay, но опять-таки российский банк не пройдет. Музыку прекрасную, которую мы берем для наших видео, мы берем тоже на сайте, на котором нужно постоянно покупать эту подписку. И опять-таки вставка, что UnionPay можно оплатить, можно, но опять-таки не получится, так как российский банк. Но есть ребята, которые сделали все для того, чтобы мы продолжали комфортно путешествовать и жить, пользоваться сервисами, оплачивать платные подписки в играх детям. А это, поверьте, для них тоже важно. Сейчас расскажу. Мы приехали на наш любимый пляж в Чимиюве. Это муниципальный, бесплатный. Блин, ребятки, миллион раз его показывал. Обязательно запоминайте, кто в Кемере будет, приезжайте. Здесь помимо того, что бесплатный пляж, бесплатный площадь, бесплатная мангальная зона, бесплатный теннисный корт. Вот тут вон лайферы стоят, большая тусовка. Здесь вот один пока вон лайфер стоит. Уже, кстати, не первую неделю. Давай, Настенка, купайся. Посмотрите, какое... Ну-ну. Слишком прекрасное море, прозрачность просто невероятная. А я хочу вам показать, как вон там вот уже обустроили отельные все лежачки, зонтики поставили, отели уже потихоньку вот открываются на первой линии, людей становится все больше и больше. И теперь у всех ребят, кто едет отдыхать за границу, есть отличная возможность открывать карты Visa либо MasterCard в странах СНГ. Очень важно, что все эти карты, они мировые. При помощи этих карт можно будет забронировать любое жилье на любом сервисе, делать любые покупки на любой платформе. И эти карты работают в Apple Pay, что, конечно, очень важно. И в этом помогает компания Easy Pay World. Easy Pay World – это уникальный сервис, который помогает быстро решить проблему с Visa и MasterCard гражданам РФ. Ребята выпустят карту за один день. Представляете, они являются лидерами этого рынка, кто предоставляет подобные услуги. Очень важно, что счета все открываются в очень больших крупных банках СНГ и Турции. Данную услугу оказывается удаленно через чат-бота. То есть вам не нужно никуда ехать, представляете? Вы экономите деньги, это стоит даже дешевле, чем просто взять, купить билет в другую страну и полететь, заселиться в отеле, найти этот банк и так далее, и так далее. Здесь
Здесь вы просто делаете заявочку, заходите на сайт по ссылочке в описании, предоставляете нужные документы, и вуаля, день делов, и вы можете путешествовать так же свободно, как и раньше. Easy Payroll давно на рынке, и за 2 года успешной работы, представляете, они набрали в копилку уже более 30 тысяч клиентов. Это очень много. Наверное, кто-то из вас в комментариях напишет: ой, а как же гарантии какие-то? Ну, на самом деле, во-первых, они давно на рынке. Представляете, скольким людям они помогли получить карту Visa и MasterCard. Ну, естественно, это юридическое лицо, зарегистрированное, соответственно, все официально, счета, они работают по оферте, то есть здесь не может быть никаких сомнений. В сервисе очень хорошая техническая поддержка, то есть они помогают как пополнить, как отправить, как получать переводы и даже как делать отчеты в налоговую. Да, кто не в курсе, если есть счета за границей, нужно обязательно отчитываться там до какой-то суммы, я уж точно не помню. И, конечно, очень удобная услуга – это персональный менеджер, которому вы можете постоянно задавать свои интересующие вопросы, и, естественно, вас после оформления карты никто не бросает. Я уже сказал чуть выше, что ребята открывают карты только в крупных и надежных банках, то есть вам никто там через месяц не закроет счет. Это не банки-однодневки, это действительно крупные банки. В одном из таких банков у нас у самих есть такая карта, и мы пользуемся и катались в разные страны, и она везде работает и нас по сей день выручает. А еще очень классный плюс у компании — это то, что у них есть офисы в странах, где они открывают счета. Вот, например, если выберете в Казахстан, то у них в Казахстане есть офис. Если выберете Турцию, то и в Турции у них тоже есть офис. Это тоже, кстати, достаточно существенная гарантия, что это не просто виртуальная история, и для многих людей важно куда-то прийти, где-то что-то увидеть и где-то подписать бумаги. Что касается стоимости, я тоже выше сказал, что на самом деле получить карту в зарубежном банке — это выгоднее, чем просто самостоятельно купить билет и полететь в эту страну. У вас сразу прилипает куча дополнительных трат. Здесь вы просто оставляете заявку по ссылочке там в описании, я обязательно оставлю, переходите, оформляйте себе карту, задавайте все нужные вам вопросы и получайте карту и продолжайте путешествовать. Помимо этого, я у ребят взял промокод на скидку в 5%, тоже обязательно им воспользуйтесь. Ребятки, в общем, ссылка там в описании. От себя хочу сказать спасибо тем ребятам, которые создают такие сервисы и помогают дальше путешествовать и не впадать в какие-то неудобства. И действительно, когда у вас будет карта зарубежного банка, поверьте мне, вы себя в путешествиях за рубежом будете чувствовать максимально комфортней. Ну а теперь идем купаться в этом прекрасном Средиземном моречке. Oh.